Так машина. Что с ней делать-то? Препараты. Надеюсь, их не отнимали у владельцев силой. Хорошая библиотека. По большей части книги о мутациях и генетике. Прости, мне нужны твои яйца. Кристалл отсюда. Все кристаллы на месте. Посмотрим, что там такое. Что ж, осталось выбрать вход. Наблюдение 22-е. Несмотря на введение... Кроме того, трудно... Хватит.
машина. Пора проверить, что она делает. Мутаген и профессора будут действовать так же, как на его сына? Их не отнимали у владельцев силой. Thank you.
боги послали бестию, чтобы покарать нас за наши прегрешения. И чтим более старые обычаи. Прости, что беспокою тебя в такое время, но я должен поговорить. Ничего страшного. Я все равно еще бодрствую. Располагайся. Мильтон говорил, что ты... Раз все равно придется ждать, то... Интересно, как же это мы от отчетов следствия перешли к воспоминаниям о суккубе? Ты моложе. О таком всегда приятно говорить. Но посмотри-ка, уже... Не будем медлить. Ее сиятельство уже... Кто дерется? Нильфгаардский гладиатор? Близко, но не совсем. Кто-то собирается сражаться с Шарлейн? Что это такое? Нехорошо как-то мучить Шарлея. Одурев от колокольчиков, он станет посмешищем. Представь себя на его... Ты жалеешь чудовище? Я убиваю чудовищ, потому что они угрожают людям. Вы же издеваетесь над ним. Этот бой не принесет славы ни одному рыцарю. Пойдем. Посвящаю свою победу прекрасной леди Вивиенне. Началось. Придется подождать. Нехорошо. С
словно любовник коварный, что с девой приличий не знает и практики. Геральт из Ривии, мастер... Мастер Геральт! Я не собираюсь добивать чудовища. Выбор победителя — оказать милосердие. Да здравствует Геральт милосердный! Так, займитесь бестией. Еще немного, и парень был бы мертв. Со мной все. Улыбнись, как пристало герою, и молчи. Геральт. Позже поговорите, в палатку. Это было великолепно. Ошеломитель. Ваша милость. Мы видим, что не ошиблись, послав за тобой. Мы безмерно... Я краб, крайне благодарен. Мы так долго ждали твоего приезда, едва не... Ваша милость, я хотел бы поговорить... Разумеется. Нам понадобится Дамьен, который вел следствие до твоего появления. Скажи нам, ты прибыл один? Вы хотели бы увидеться с Лютиком, ваша милость? Нет. То есть да. Только чтобы сказать ему, что мы сожалеем. Да, глубоко. Если бы мы могли повернуть время вспять, мы бы проследили за тем, чтобы он заживо сгнил в башне. Вот человек, который лично повел. Ваша милость. Приветствую. Мне очень жаль, но солдаты, которые занимались телом... Я уже обо всем знаю. Это Это была Брукса. Разновидность вампира. Откуда такая уверенность? Я внимательно изучил свидетельства. Следы на берегу реки... Ты желаешь намекнуть, что до сих пор... Геральт ничего подобного не сказал. Я осматривал тело последней жертвы и, похоже, нашел нечто интересное. Но эту улику... Кроме того, я хотел бы поговорить о предыдущих жертвах. Как я понимаю, с вами, Во-первых, не нужно именовать меня титулом. Во-вторых, ты должен знать... Я слышал о тебе и знаю, что твое прибытие всегда означает больших... Дамьен... Дискуссия по поводу приглашения Геральта уже закрыта. Правду ли говорят легенды, что ведьмаки обычно... Это не вся правда, ваша милость. К праву неожиданности прибегают крайне редко. Обычно мы принимаем... Как жаль, такая чудесная легенда. С другой стороны, вернувшись во дворец, мы бы обнаружили там... Для тебя нет никакой пользы от неожиданностей, которые могут нас поджидать. Посему мы решили наградить тебя актом на право владения винодельней Корво Бьянко и денежной... Хозяином винодельни ты становишься с этой минуты. Во время охоты тебе все равно... Прекрасный жест, ваша милость. Боится в Корво... Правда? Опять балаган в канцелярии. Ни на миг нельзя упускать их... Впрочем, нам кажется, что для ведьмака это небольшая неприятность. Более того, ничто не улучшает. Благодарю вас, ваша милость. Заказ я принимаю. Но, как я уже упоминал, мне нужно... Как это началось? Кто был... Сначала погиб Криспи.
Криспи. Умер. Да. Как произошло? В городе есть несколько после. Даже голова. За кого ты меня принимаешь? Рамон определенно по. Его нашли в канаве. Кто-то приложил немало труда, чтобы его выскочить. Не исключено. У Дюлака были темные. Значит, две первые жертвы рыцари лучше. Тоже можно сказать о третьем убитом. Господин Делак. Он поднялся на торговле зерном. Я нашел при нем. Делак. Между этими убийствами есть много общего. Все тела были найдены в странных местах и пристав. Они все были благородны. Нас потрясает презрение, с которым отнеслись к. Из того, что я услышал, следует, что ни один из них не был образцом добродетель. Все убитые были рыцарями и присягали на верность пяти добродетелям. Даже. Каким добродетелям присягают на верность рыцари Туса? Чести, мудрости, щедрости, доблести и. Почему пять добродетелей? Странный вопрос. Простите, ваша милость, я чужеземец, который пытается понять. Прощаем и поясняем. По легенде, добродетели, которым нужно следовать, указала рыцарям владычица Ось. Мы в Тусенте верим, что человек низкий по рождению должен быть простодушен и послушен. А посему, опоясавшись рыцарским мечом. Может, бестия действительно обличает упадок традиций? Каждая жертва была унижена так, будто. Вместо чести – позорный столб. Вместо мудрости – шутовство. Вместо щедрости. Что-то в этом есть. Давайте подумаем. Мельтон что-то упоминал. Он очень радовался, что будет выступать в костюме зайца. Не знаю. Погодите. Странные обстоятельства, рыцарь преклонных лет, трусость. Трусливый, как заяц. Возможно ли? Следующая жертва – Мельтон де Пейрак, Пейрак? А ведь Мельтон знал Делакруа. Он говорил мне об этом у реки. Дамьен, как мы могли это упустить? Много лет де Пейрак, Пейран, Креспи, Делакруа. Ваша милость, нужно сейчас же найти Мельтон. Беда в том, что забава в саду начнется с минуты на минуту. Я велю сейчас же прервать игру. Прежде всего, будем сохранять спокойствие. Дамьен, прикажи обыскать. А ты, ведьмак, за мной. И я не допущу никакого убийства. Коней! Подайте коней! Ваша милость... Ваша быстрее, милость Геральт! Прекрасно держится Пешком в седле. Коня! С дороги! С дороги, я сказала! Это что, часть забав? Это здесь! Уже за углом! Поспеши! Мы должны спуститься туда, где идет забава. Участники ищут рог единорога, золотую рыбку и яйцо феникса. И с их помощью они узнают, где прячется заяц, то есть Мельтон. Выходит, нам тоже надо их найти? Нет другого выхода. Но время не ждет, так что придется нарушить правила.
я тебе покажу, где проходит охота. Тебе придется раздобыть рог единорога и золотую рыбку. Как ловят золотую рыбку? Где? Она. Посмотри туда. Видишь огнину в воде? Участник. А как ловят един? Он очень пугливый, но ты наверняка его как-нибудь... Вон он там бег. Золотой рыбки. Все я. Приглашаю на дегустацию Фиорано урожая 1290. Говорят, может, его яблок? Не было проблем, сестрица, как бы... Ты правда хочешь затеять этот разговор? Тише! Прошу прощения, придется? Кто? Латва любит морковку. Может, и единорог тоже? Это возмутительно! Возмутительно! Это против правил! Что ты скажешь насчет хрустящей морковки? Спокойно. Сады такие огромные, верхом будет быстрее. Золотая рыба должна быть хорошо видна под водой. Но пошла. А брат мне меч дал. Я его назвала. Что это было? Кто-то прыгнул в воду. А так разве можно? Можно, но это... Thank you.
Остановись, это... Король Баклан, мы приносим тебе этот дар. Прошу, будь к нам милостив, открой нам все секреты. Месяц храбреца... Ключик. Ах ты, хуй! Я испортил всю забаву! Кошмар! Или сударь-ведьма. Ваша милость изволит? Не изволит. Мы действуем в интересах высшей... Но ведь... Правила определяю я. Геральт. У меня ключик и одна подсказка. А у меня другая. Кто это придумал? Первый слог мой в тепле. Скрыт второй у лисицы. А последний хранят... Теп от тепла, ли от лисицы, а пос... Теплица. Ты гений. В садах действительно есть теплицы. И... В тепле... Я здесь. Это случайно не твоя? Оставь себе, если хочешь. У меня уже новая. Я не знаю тебя. Не при... А ты зарубил Бруксу, с которой мы были... Ты убил, по крайней мере... Мне интересно. А ты... Многих виновных... Не думай. Убийство? Всего одно. Ну, не счит. Я не позволю.
Ты должен сидеть дома. Регенерируй. Ты попал в беду. Я хочу помочь. Я сам справлюсь. Нет, он мой друг. Привет, Геральт. Регис, ты живой? Да, и в полном порядке. Раны на вампирах заживают быстрее. Но как? Когда я видел... Я был булькающим бесформенным пятном, стекающим по капле. Сейчас я в несколько лучшей форме. Не вполне восстановился. Впрочем, будь я человеком, я бы вполне сошел, скажем, за полубога. Прости, это была моя вина, я... Оставь, Геральт, дело прошлое. Как я понимаю, ты здесь не случайно. Ты не утратил прежний. Я приехал из Адетлофа. Значит, так его зовут? Можно и так сказать. В отличие от меня, он более... как бы вы... Скверно у тебя выходит. С тех пор, как я здесь, он убил рыцаря. Уверен, у него были на то причины. Да, есть декадентские говнюки, которые убивают людей для забавы. Или просто... Слишком ты... Потому что я слишком хорош... Облик ваш различен, но внутри вы схожи. У обоих благородные сердца. Помнишь, Это было 300 лет назад. Ривию, Лирию и Спаллу охватил ужас. Пропадали женщины и дети. Фрагменты их тел находили потом разбросанными по полям. Лирийская зверюга. Я читал об этом. Она загрызла человек 200. Говорят, ее убил простой бродяга каким-то освещенным кинжалом. Ее убил Детлов. Потом наткнулся на бродягу, спавшего в зарослях неподалеку. Вампиры редко помогают людям. Ошибаешься. Единственным его интересом было то, что чуд... Благородный тип. У тебя нет монополии на... Когда Вильгефорц расплавил меня, мои останки нашел Детлов. Он выбрал второй путь. Регенерировал меня, не щадя... Вероятно, то же, что для человека. Не только жизнью. С тех пор мы братья по крови. У тебя всегда была чрезвычайная раз... У каждого вампир... Как следствие, Детлов... Я должен его найти, прежде чем он не разозлился еще. Значит, у нас общая цель? Не совсем. Когда я... Я знаю, что ты получил на него заказ. Но ведь... В принципе... В таком случае давай его искать. Надеюсь, я... Ладно. Но пока... Слышишь? Облава. Рыцари пошли по моим... Не хочу, чтобы меня здесь видели. Я нашел пристанище на... До встречи. Ведьмак, мы гнали скакунов во весь опор и бои... Я как раз это выясняю и хотел тут осмотреть. Господа, дайте ведьмаку работу. Проходите! Проходите!
красивая мелодия. Привет! Покажи мне свои того. Бывает. Удачи на... Выкуешь для... Коня. Thank you.
Бывай. Удачи!